Жители домов по улице Новозыбковской в Фокинском районе уже ощутили разницу. Старые разбитые дорожки заменили свежеасфальтированные, окаймленные новеньким бордюром. В углубление подсыпана земля, заменены крышки люков. В придачу к отремонтированному двору жильцы получили еще один подарок от подрядчика – дополнительные места для парковки. Подрядчик добросовестно относится к исполнению своих обязательств, в сроки укладывается. На предложение жителей и районной администрации оказать помощь в установке детской площадки согласился. В этом году в Фокинском районе планируется отремонтировать 17 дворовых территорий, в том числе 4 в поселке Белые берега. Уже выполнены работы на улице Дзержинского во дворах домов номер 1 и номер 3. Асфальтируются дворы по улицам Жилстроя и Котовского. До 20 сентября, обещают власти, видоизменятся и дворовые территории на Московском проспекте, на улицах Белорусская и Унеческая. Елена Бочкарева, события, Брянск.